Руслан Валиуллин незаметен на фоне своих сокомандников из Ленинского района. А вот на поле его не заметить сложно. Он четко исполнял оборонительные обязанности, за что и получил награду лучшего защитника. И помог своей команде стать лучшей в городе. Теперь ребята уже думают над планом тренировок для того, чтобы удивить своих следующих соперников. Может, будет больше тренировок, настрой будет боевой тоже. Еще лучше будем играть. Турнир «Кожаный мяч» в Самаре разыграли в двух группах. Лига юных футболистов, где играют воспитанники секции профессиональных клубов, а также школьная лига в двух возрастных категориях – среди девочек и среди парней. На городском этапе сошлись победители районных игр. Соревнования помогают школьникам, не участвующим в турнирах на профессиональном уровне, проявить и показать себя и получить возможность развивать свои таланты. Не все дети занимаются в спортивных школах, не все имеют возможность проходить этапы спортивной подготовки, а такие соревнования, они дают возможность проявить себя. Есть немало примеров, когда из турнира «Кожаный мяч» вырастали знаменитые футболисты, например, Федор Черенков, наш прославленный советский футболист. Победители городского этапа будут защищать честь Самары на областных соревнованиях, а тот, кто станет сильнейшей командой уже региона, будет играть со сверстниками со всей России. Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. События.